Вероятно, все произошло в считанные секунды, и полицейским не удалось найти свидетелей трагедии. Травмы, которые получил погибший, оказались настолько серьезными, что теперь даже процедура его опознания будет представлять собой определенную сложность. Я как понимаю, он его изначально толкнул, тот упал, распьяный был, упал и колесом по башке ему проехал. Водитель «Газели» находился в состоянии эмоционального шока и едва мог говорить. Молодой человек утверждал, что не мог видеть пешехода, так как тот оказался у него в так называемой слепой зоне. Ну, первый подумал, что может что-то задел, что-то бутылка задел, вышел, смотрю, труп лежит. Впрочем, с точки зрения сотрудников ГАИ, вина водителя «Газели» очевидна. Подобные случаи оговорены в правилах вполне четко. При движении задним ходом водитель должен убедиться в безопасности. Бегать, помощи посторонних. Не исключено, что теперь в отношении водителя «Газели» будет возбуждено уголовное дело за причинение смерти по неосторожности.